Сколько сантиметров это нормально? Пускай вот столько. 20, наверное. Чтобы не закомплексовали, 18. Пусть будет вот так. Думаю, вот столько. Ну, где-то сантиметров 17. Ну, 15, наверное. Ну, 15. Что там про Ивлеева про 15 говорил? 15. Ну, нормально вполне. Пусть 15 будет. Ну, 14-15 вполне. Наверное, 15. Думаю, от 13. Ну, думаю, где-то вот так. 16, не знаю. Так? Много? Много. Так? Это не при... Все, дальше мы можем разговаривать. Давайте скажем, что вот так это слишком много. Сколько дано, столько и возьмут женщины. Поэтому не переживайте по этому поводу вообще ни разу. Как бы кто ни говорил про способности и умения, но размер тоже имеет значение. Привет. Заметили или нет, но некоторые женщины, когда рулетку раздвигают и смотрят на вот эту мерную ленту, они начинают осознавать, что все цифры, которые они говорили, что они на деле пугающие, что те же 18 сантиметров на самом деле это так-то многовато. Вот. И женщины спокойно уже, глядя вот на рулетку, когда они могут уже визуализировать, да, посмотреть по факту, сколько это и как, они вам, ну, вернее, на видео говорят, что ну, там 13-15 это нормально. А даже барышни говорят, что как бы вот 18 это много. Не, ну есть, конечно, те вот эти отчаянные, да, мне нужен большой, огромный, ну правильно, ты, блин, впихнула в себя уже неимоверное количество мужчин, а, и, конечно, тебе, может быть, надо и побольше, я не спорю. Опять же, знаете, как бы строение, анатомия тела, она уже у всех разная, да, как бы там, строение таза, дна у всех разное у женщин. Кто-то может впихнуть больше, кто-то меньше, но по факту, знаете, в любом случае 18-20 сантиметров это, ну... Такое себе. Мне кажется, большинство женщин это действительно пугает.